строители пошли, вот так вот поют. Юрка, возвращайся в музыку. Хватит уже строить светлое будущее, уже все построено. А, милые мои, дорогие, сейчас будет чистейшая вода авантюра. Потому что на эту сцену выйдет совершенно новый коллектив, который объединяет в себя два коллектива. И собрались они здесь ради того, чтобы исполнить вживую это совершенно эксклюзивное мероприятие, потому что этого мы никогда не делали и, по всей видимости, никогда не сделаем, кроме как вот сейчас. Исполнив вместе с группой «Мона Лиза» прекрасный трек, который они были совместно записаны год назад, и в этом году снят очень красивый клип. Мне искренне нравится эта песня. И, конечно, с момента записи вокала прошло больше года. С меня вообще взятки гладки, но насладиться Лизиным вокалом вы сейчас сможете. Мы репетировали песню буквально за полчаса до вашего появления здесь, в этом зале. То есть, в общем, чистейшей воды экспромт, не судите строго, но, как сказать, ради полотна делается. Ради полотна! Света, мы тебя поздравляем с днем рождения. Мы из съемочной группы «Мэрбит Шубина», которая сняла нам замечательный клип. Света меня не слышит, но хорошо. Я буквально 2 минуты отниму вас от музыки, расскажу. 6 лет назад, ровно этим же ноябрем, девочка, похожая еще на мальчика с короткой стрижкой, и мальчик, похожий на девочку с длинными волосами, вышли и поздравили Свету Сурганову с днем рождения и спели такое рэпическое произведение. Света, послушай, такие расклады, ты реально, и так далее. Потом шли годы, у нас появился еще мальчик и еще мальчик. Его сейчас второго нет, пока взяли только старшенького. Вот. И все это превратилось в группу «Мона Лиза». И я хочу сказать прежде всего спасибо Свете за то, что эта группа появилась. Если бы не она, то не было ни меня бы, но это я, ни Лизы бы не было, ни Моны и ни Мона Лизы. Ну а теперь вот то, что у нас получилось и не получилось сделать на презентации, мы хотели спеть вместе. Клип не получилось поставить, но надеюсь, получится прозвучать хотя бы. Впервые